перешли остановка в ГУЭС на обратную сторону. А здесь можно попить кофе, не выходя из машины, сделать покупку. Так вот. Владивостокский государственный университет экономики и сервиса. Куда мы забрели? Вот еще одна улица, называется улица Чехова. Когда-то давно здесь ходила, просто вспомнила маршрут, что здесь можно подняться наверх. Хотя вижу впереди забор и не поднимешься никуда. Ну, можно немножко пройти. Такой здесь в самом центре небольшой пятачок частного сектора. По улице Чехова есть такие ретро-дома. Поднялись на горку, а это вид с горы на институт и с правой стороны остановка Гоголя, движение влево это на мост и на фуникулер. Автокафе вдоль дороги. Что здесь предлагают? Салаты, супы, пиццы, завтраки, десерты, гарниры. Ну, вообще, круче, чем в ресторане. Хачапури, бургеры. Вообще, что хотите, и сыр. Одна вредная еда. Купил по дороге, поел, потом смотришь, и живот вырос как шар.
торговый центр «Голубиная Пать». Ну и остановка там дальше называется «Голубиная Пать». Вот дошли сюда. Улица Достоевского. Тут приличная дорога, чистенькая. Немножко пройдем по улице Достоевского. Вот такие домики еще есть в самом центре. Так и дошла до конца улицы. Здесь тоже совсем заброшенные домики. Вот конец этой асфальтированной дороги. Опять на такой небольшой горке. Вид сверху. Со стороны улицы Достоевского. Вон какие высотки. Сюжет улицы Достоевского с высоты. Сегодня такая экскурсия в район Голубиной Пади. Торговый центр Голубиная Пать.